Салиметсизбе, курметы достар. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Талант Тайм» и я, ведущая Анастасия Серикова. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, мы ждем ваши звонки. Наш телефон 54-39-04. Звоните прямо сейчас. Правила очень простые. 15 ячеек. Вы выбираете 3. Первые две я вам подсказываю, ну, а третью угадывайте сами. У нас уже есть первый звонок. Давайте возьмем трубку. Алло. Здравствуйте. Юля, здравствуйте. Как ваши дела? Как настроение сегодня? Хорошо, нормально. А у вас как дела? Все хорошо. Идут сегодня на работу рано утром, и птички поют. Думаю, так много их, вот черненьких, то ли грачи. Я вот не совсем разбираюсь. Думаю, весна, что ли, начинается? Да, потеплело на улице, прям хорошо, действительно. Как вы думаете, морозы еще будут? Ну, я думаю, что да. Еще впереди, да? С нашим климатом можно все, что хочешь ожидать. Ну, я бы, конечно, хотела глобального потепления. Ну, можно было бы. Вы бы, наверное, тоже не отказались, да? Да, да, да. Ну, давайте начинать. Давайте, как всегда. Давайте, восьмая. Восьмую ячейку можно подписать не ретро-песни, а восьмая ячейка для Юлии. Да. Сразу, для вас. Постоянная ваша любимая ячейка. Тут уже комментировать даже неуместно. Давайте слушать сразу. Давайте. Это вот, кстати, одна из моих любимых песен. Из ваших любимых песен? Да, мне она очень нравится. Юрий Антонов поет? Нет. Нет? Mm-mm. Мужчина, женщина исполняет? Женщина, да. Женщина? Алла Пугачева? Да. Да. Так, ну-ка давайте вспомним ее песни. Ой, давайте постараемся. Так, а какие у нее песни? Ну, у нее там, это она, это песни каких годов? О, это сложный вопрос для меня. Но это, ну, достаточно старенькая песня. «Миллион алых роз», нет? Нет, нет, нет. Вы ее сразу узнали. Ну. А, я вам даже напою мелодию. Та-та-ра-та-ра-та-та. А, то ли... А, поняла, поняла. Сейчас, сейчас, сейчас. Все еще будет. Что-то такое. Слова у меня как-то перемешались. А знаешь, все еще будет. Все еще будет. Да, да, да. Да. Вот нравилась вам эта песня? Да, не знаю, ну... Так, есть и есть, пойдет. Нет, нет, да? Да. Слушайте, ну... Равнодушно. Ну, вы помните, каких годов эта мелодия? Не-а. Вот я тоже не помню, но мне кажется, что она прям вот такая, прям совсем старая. Ну, да. Давайте посмотрим на экран. Давайте. Внимание, правильный ответ. Понимаешь, все еще будет. В сто концов убегают рельсы. Самолеты уходят в рельсы. Корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди. Если помнили это люди. Чаще думали. Я прямо-таки засмотрелась на клип. Да, ну это точно песня, наверное, каких-то 80-х годов. Да, да. Но я побоялась сказать вам точно, потому что я на самом деле не помню, в каком году была выпущена эта песня. Угу. Ну тут она совсем молодая еще. Да, да. Ну, давайте, вот давайте. Вот что, к чему душа лежит, к какой цифре? Да я думаю, может быть, взять 12-ю. Ну, давайте. 12-ю. Давайте.
Я иногда очень-очень люблю наблюдать за вашей интуицией. Что подсказывает вам сердце? Да. И вы просто набор любимых цифр называете? Да нет. Наверное, сердце мне подсказало, интуиция моя подсказала. Ну, слушайте, 12-я песня – это шансон. Угу. Я знаю, что вы его любите. Ну да, нравится мне шансон. Да, эта песня такая легкая для вас. Давайте, давайте послушаем. Давайте слушать. Так. Это не Тальков «Чистые пруды»? Нет. Нет? Нет? Что-то вот как вроде знакомое. Ну, что-то похожий мотив, возможно, да. Ага. Но нет, нет. Нет, да? Mm-mm. Так, а можно еще раз послушать? Давайте чуть подольше попросим режиссеров поставить. Это группа «Лесоповал». Так. И песня «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду». Вы уверены? На том пруду. Да-да-да. Точно? Да-да-да. Стопроцентный ваш ответ? Да-да-да. Слушайте, ну давайте посмотрим на экран, правильно или нет. Тебя я приведу. А пока Никола. А, Юля, что скажете по поводу этой песни? Нравится мне эта песня, она такая спокойная, такая романтичная. С толком она, со смыслом эта песня. А вы знаете, что ее раньше часто крутили на свадьбах? Да-да-да-да, и в караоке ее крутили часто. Сейчас немножко подзабылась она. Да, самая такая. Я вот первые ноты вот эти вот не распознала. Да, сначала согласна с вами. Сложно, да. Сложно. Да. Слушайте, уже скоро февраль-то будет. Да. Я вот все сидела, вспоминала, какие праздники-то в феврале, кроме, ну, Наурыз-то, да? Наурыз раз в феврале? В марте. В марте. Я уже просто жду Наурыз. Ну, день Святого Валентина же, это в феврале. Точно, 14 февраля. Да. Я просто так жду праздники, что я уже решила, что вот Наурыз должен быть в феврале для меня. Нет, в марте. Он 22 марта. А хотелось бы раньше. Не хватает. Ну, душа просит праздника. Да, 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 это точно. А, ну, давайте третий угадывайте и будете так сегодня победителем. Какую же выбрать? Ну, я думаю, что первую вы легко угадаете. Ну, давайте первую, давайте. Первая – это любимые песни, дуэт здесь. Давайте слушать, да сразу поймете, кто это. Thank you.
тут такая барабанная дробь, Юлия, и ваш ответ это... Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Незаконченный роман. Ну, я тут даже не сомневалась, знаете. Да. Мне вообще эта песня нравится. Я раньше ее часто слушала, когда она была такая хитовая. Но она не старая. Не старая. Не кладите трубку. Давайте посмотрим на экран, внимание. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман. Слушайте, ну я вот когда смотрю на этих исполнителей, я всегда думаю о том, что вот уходит целая эпоха. Вот, знаете, особенно вот не так давно я что-то песни Кобзона решила найти, какие-то знаменитые его. И мне так взгрустнулось. И я подумала о том, что же будет давать новое поколение артистов, да, такие как Моргенштерн, да, вот когда они станут пожилыми, да, там, или уже такими зрелыми. А да, это да, вот да. Осталось-то вечной классикой, действительно. Да, мне тоже нравятся эти исполнители. Ну, я буду надеяться, что они будут, эти хиты, все равно дальше. Вот, может быть, какие-то будут такие исполнители, которые будут делать каверы и, ну, с оригиналом, на оригинал похожие. Да, 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 да. Юля, ну, я вас поздравляю, вы, как всегда, в принципе, все угадали. До свидания. Вот. Всего вам доброго, хорошего. На следующей неделе обязательно еще встретимся. Хорошо, вам тоже всего хорошего. До свидания. До свидания. Дорогие телезрители, набирайте наш номер 54-39-04 прямо сейчас. Ну, а пока вы набираете наш номер, для вас музыкальная композиция. Жан едің,
Раушан гүлдей, Раушан гүлдей, Раушан гүлдей құлпырға. Ну что, у нас уже есть следующий звонок. Давайте ответим. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мирас, как ваши дела? Хорошо, у вас как? Все хорошо. Давайте начнем угадывать. Ну, правда, сегодня очень сложные композиции. Ну, так бывает. Бывает. Ну, одну из этих песен вы уже третий раз угадывали. Даже не знаю, советовать вам ее или нет. Ну, давайте мы с нее начнем. Вы ее угадывали уже, это вторая песня, давайте. Давайте, четвертая, да? Вторая. А, вторая, да. Угу. Вторая, это казахский, ничего говорить не буду, вы ее уже несколько раз угадывали, давайте включим ее еще раз. Раз. Да, это четвертый раз уже я угадал. Да, я и говорю, что несколько раз вы ее угадывали. Да. Ақылбек Жеменей, Қызыларык. Да, это правильный ответ. Внимание, сразу на экран давайте посмотрим. Қызыларык, түгілгендей, қара шашын, өрілгендей, сенің нұрлы. Попробуем 13-ю ячейку. Вдруг угадаете. Ну, остальные какие-то совсем, возможно, сложные. Сегодня зарубежные песни. Их очень много, но они хитовые. На мой взгляд, очень легкие. Ну, 13-ю, да? Ну, давайте 13-ю попробуем. Да. Тринадцатая – это любимые песни. Эта группа, к сожалению, уже распалась. Но, насколько я знаю, она распалась. Вот, ну, давайте послушаем, включаем. Мирас. Мотивы знакомый. Знакомая. Я думаю, что вы ее должны знать. Там еще она поет так. На-н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 а-
Это не время стекло? Нет. Нет, да? Это русские, да, песни? Да. Но название группы на английском языке. У них еще, по-моему, если я не ошибаюсь, они же исполняют песню «Санта Лючия, Санта». Ну, как там? Что сейчас? Да, «Санта Лючия». Еще раз послушаем. Давайте, включаем. Это там группа, один девушка, один парень, да? Ну, там несколько парней и одна девушка. А когда вот этот состав этой песни был, тогда были только парни. Но этот состав несколько раз менялся. Ну, можно знать эту группу, первую букву? Квест. Название я начинаю уже говорить. В? Квест, квест, к, квест. Начинается первое слово группы, квест. Ну, так, так, так. На-н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 а. Когда наступит тот день, тот час. Такая легкая песня. Да. Мне кажется, вы ее слышали однозначно. Да. Они еще «Санта Лючия». А еще у них песня была «То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне». Нет, 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 я сдаюсь. Сдаетесь? Да, эх, да. Какая жалость, Мирас. Ну, хорошо, я вторую ячейку обязательно для вас заменю в следующий раз, чтобы вам что-нибудь было такое интересное. Да. Благодарю вас за ваш звонок. Хорошего вам дня. А, дорогие телезрители, просто позвоните, угадайте, 13-я ячейка. Ну, такая легкая, ну, очень легкая. Мы ее в детстве слушали, в юности. Вот. Ну, а пока вы набираете, для вас музыкальная композиция.
уже есть следующий звонок. Давайте сразу ответим. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Сорвалось что-то. Ну, давайте, набирайте прямо сейчас. Вот прямо сейчас у вас еще есть возможность дозвониться. 54-39-04. Набирайте, набирайте, друзья. 13-ю песню легко отгадать. Вот у нас уже следующий звонок есть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Саида. Саида, очень приятно. 13-ю ячейку хотите угадать? Да, я знаю ответ. Давайте сразу. Так, это поет группа Quest Pistols. Песня называется «Белая стрекоза любви». Это правильный ответ. Внимание на экран. Белая стрекоза любви, стрекоза пути. Стрекоза любви, стрекоза лети. Когда настанет тот миг, тот час тебя увижу я снова. Давайте сразу, сразу быстренько с вами и вторую, и третью угадаем. Так, 15-ю можно? 16-ю такой нету, 15-я. Да-да. 15-я, поехали. «15-е» — это зарубежные хиты, но вы не пугайтесь прям сразу. Этот исполнитель, у него еще первая песня была в 14 лет, он такой пел песню «One Time», такой маленький мальчик, красивый такой. Вот, и сейчас он не так давно женился на модели Хайли. Вот, я вам почти уже подсказала. Давайте слушать. Ну что? Джастин Бибер поет. У меня шансов нет. Вы знаете все современные песни, признайтесь. Да, но я английский не люблю. Какие? Английский мне не нравится. Не нравится? Угу. Но все-таки вы знаете, кто ее исполнил. Ну да, слушала раньше. Это правильный ответ. Внимание на экран. Слушайте, ну давайте сразу третью, я вас поздравлю с победой. Какую выбираете? А ты тоже не соображаешь, Саида? Ну что полегче, пятая? Ну пятая сложная, давайте. А какая легче? Легче? Ну я вот не знаю, вот из хитов. Давайте десятую. Десятую? Нет, давайте девятую, девятую. Давайте. Давайте девятую. Девятое – это хиты, вы же современные слушаете. Хитовая композиция, ее концерты, кстати, сейчас очень дорогие, очень-очень. На русском, да, песня? Да. Хорошо, давайте. Поехали. Я прям, знаете, услышала вот это ваше восторженное «О». Это любимая ваша певица?
Да, очень нравится песня ее, вот эта вот современная. Я Тейл, я тебя люблю, Зиверт. Юлия Зиверт. Да. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. Внимание на экран. Внимание на экран. Когда счастье рвет, а счастье не нужно глаз, мы будем каждый день, как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, это больше, чем все. Как вылетаем для других, это криминал. И ты себя таким еще никогда не знал. Саида, поздравляю вас! Желаю вам хорошего дня, пусть вам удача всегда улыбается. До свидания. Дорогие телезрители, набирайте прямо сейчас 54-39-04. Вот прямо сейчас просто наберите. У нас еще есть с вами 7 минут, и мы успеем с вами отгадать 3 песни. Вот если вы прямо сейчас это сделаете, то поиграем, и вы отгадаете. Сегодня, кстати, очень много хитовых, именно таких вот новых песен, не ретро, а именно вот современных. Как раз-таки есть и зарубежные, и незарубежные, но все вы знаете эти песни. Давайте возьмем трубку. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, наконец-то я дозвонился до вас. Да, у нас с вами есть целых 7 минут. Давайте сразу. Да, у нас сегодня очень много звонков. Вот, очень много. Все хотят успеть отгадать. Я все звонки прослушал. Да? И все песни, наверное, угадали. Ну, почти. Ну, давайте, начинайте тогда. Давайте, да, попробуем с 6-й ячейки. Давайте, 6-я ячейка. Шестая – это зарубежные песни, ну, очень знаменитая она, ее невозможно не угадать, под нее все танцевали и до сих пор танцуют. Внимание, слушаем. Ответ. Ваш ответ. Но если я не ошибаюсь, я не помню даже исполнителя. Я слышал эту песню много раз. Ну, вроде мотив песни что-то Yoweri Girl, что-то там, потом еще. Ну, вы путаете ее с Major Lazer, да, похоже. Да, наверное, путаю. У него есть песня еще Perfect, такой рыжий парень. Рыжий парень? Да. На-на-на-на-на-на-на-на-ю. На-на-на-на-на-на-на. А можно первую букву исполнителя фамилии? Я вам сейчас скажу, его зовут Эд. Как? Эд. Эд? Эд. Эд Ше. Ше, фамилия на Ше. На Ше фамилия? Эд. Просто загуглите песня Perfect. И наберите Эд. Вот прямо сейчас. Все, 5 секунд так. Я просто даю вам возможность. Просто хочу, чтобы вы угадали. Я знаю, что вы всегда угадываете. Как на русском пишете буковку Е, ага. Потом D, то есть D, ед, ед, эд. Эд? Да. И получается на ше, да? Да. Не находит такого. Эд, песня Perfect. Эд Шерон? Да. Эд Ширан, это правильный ответ. Буду слушать его тогда. Я песню говорю, слышал эту, но просто не запомнил ни исполнителя, ни название трека. Да. А так много раз слышал. Ну, эту песню знают все. Snap of You она называется. Давайте посмотрим на экран. У нас еще 3 минуты есть, мы успеем. Давайте смотрим. I'm in love with the shape of you. Давайте одну еще успеем угадать. У нас уже время эфира подходит к концу. Давайте, одну давайте. Давайте седьмую.
Седьмую, поехали. Седьмая, на мой взгляд, легкая, любимая песня. Давайте сразу слушать ее. Это ли несчастье, но песня. Душа летела над крышами. Да, но только не апрелем песня простужен был. Правильно называется. Своим смертельным оружием. Оружие, это правильно. Но ответ правильный. У нас уже время эфира подходит к концу. Сергей, я вас благодарю за ваш звонок. Вот. Большое вам спасибо. Ладно, в следующий раз попробую дозвониться пораньше. Да, третью чуть-чуть не успели, но вы, как всегда, лидируете, как всегда, победители. Давайте, спасибо. Хорошего вам дня. Мы смотрим и на экран. Вам того же. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Внимание, правильный ответ на экране. Летела над лужами, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием, видимо, сам я себя убил. Так безотказных страсти прости. Холодный дождь откуда-то возник. Иди под зонт и руку возьми. Давай вернемся хотя бы до восьми. Мой город стих и ноты насти. Друзья, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я очень рада, когда вы нам звоните. Сегодня много-много звонков было в эфир. К сожалению, не все дозвонились. Теперь только в понедельник мы с вами увидимся. Время такое же, с 12 до 12.40. Я жду ваши звонки. Конечно, звоните пораньше, чтобы успеть дозвониться. С вами была Анастасия Серикова. До новых встреч. Слава Богу, здоровья.